этому мотоциклу Ducati 916 95 года. Держу его исключительно как коллекцию. По сравнению с современными мотоциклами, конечно же, он уже уставший, едет медленно. Но на тот момент он выдавал 114 лошадиных сил и разгонялся 250 км. Будем стартовать с ролла 50 км в час с первой передачи. На финише будет приблизительно километров 200, скорость километров 230-250, дистанция 1500 метров. Ну что, не Сделали мы заезд на 1,5 километра. В первом заезде Виталик на Ренале обошел меня, наверное, на корпус, да, Витал, или на два? Да, я не знаю, на сколько, я понимаю, мне не видно было. Ну, на корпус точно, а во втором заезде, как мне показалось, я выиграл, да, по-моему? Да, тоже да. На корпус. Да, ну, где-то корпус полтора, вот оно так получилось, мы поменялись, получается. Значит, делаем вывод, что... Здесь тут 14 лошадей по заводу, там сколько где-то? 125. 125. Но здесь 916 кубов, здесь 800. 3 цилиндра, 2 цилиндра. Приблизительная мощность одинаковая. Но я думаю, что на Ревале однозначно комфортнее ездить в городе, потому что это городская стрелялка. А спортбайк, он лучше себя чувствует на дороге за счет своей аэродинамики. Поэтому можно сказать, что ничья, правильно? Да.